чтобы уберечь от зайцев, и от лосей. У кого вот сильно жалуются вот на такие, на таких вредителей, то можно просто вот так вот колья установить высокие. Желательно, конечно, это все сделать с осени, а не как я сейчас. Было потолще, можно натянуть, снег также насыпать внизу, также его отоптать, он уплотнится. И вот так вот закрепить, вот буквально вот таким, этот пруточек сделан для того, чтобы можно было зажимами, обычными канцелярскими зажимами, вот все это закрепить. Ничего такого сложного тут нету. Вот буквально вот так вот, ну еще несколько зажимов сделать. Просто закрепляется, вот, все, тут у меня пруток. Для того, чтобы те же зайцы не подлезли, естественно, надо будет подкидать снежок. Подкидать снежок. Вот, кстати, он буквально вчера был насыпан. Вот. Высота произвольная, какую вы хотите. Естественно, раз примерно за зиму, лучше 2-3, надо приехать и отоптать. Ну, хотя, в принципе, можно, если вы знаете, что у вас снега немного в том месте, можно и все это сделать с осени. Здесь вот внизу уже утоптано, а здесь я просто от мороза берегу. С января, ну, а в особенности с февраля, начинают активно плодиться мыши. И начинают все поедать. Ну, в частности, они очень любят яблоню. Хотя и абрикосы, и сливы они тоже любят, но больше всего яблоню. Вот для того, чтобы уберечь от мышей, достаточно просто отаптывать снег. Достаточно просто отаптывать снег. Обычно это в плодопитомниках и применяется. Не применяется вот только что подкидывание снега. Вот буквально просто кидать снег, ну, с расстояния, допустим, даже метр, и он вот так вот уплотняется. Вот. Потом морозы, которые выше 15 градусов проходят, в течение примерно недели после этого мороза снег очень сильно оледеневает, как нас становится сам. И, соответственно, мышь его уже не так возьмет. Если и будут какие-то маленькие повреждения, это ерунда. Там процентов 5-10 будет. Это все ерунда. Может даже и совсем не быть. Вот. Так что, ну, новизна, так сказать, метода в том, что просто подбрасывать. Питомники это не делают, потому что у них рабочей силы не хватает. Ну, а нам, садоводам, для нескольких там деревьев, пусть даже 10, пусть даже 20, ну, подкидать можно всегда.